Зарайский центр «Досуга Победы» открыл новый 32-й творческий сезон. Коллективы и солисты городского округа продемонстрировали лучшее, что было ими создано за предыдущий год. Большая концертная программа в ярком пламени творчества, посвященная открытию сезона, собрала огромное количество зрителей, влюбленных в своих артистов. Центр досуга богат талантами. Здесь дружно живут певцы и танцоры, музыканты, художники и прикладники. И все они объединены единым девизом «Твори, выдумывай, дерзай, и все желанные вершины будут достигнуты». Каждый год на сцене Центра досуга по традиции выступают творческие коллективы со своими лучшими номерами. Вот и в этот раз яркий красочный праздник устроили образцовый хореографический коллектив «Театр танца Антре», народно-любительский театр «Сказка» и детская театральная студия «Сказка», творческий коллектив «Бархатный сезон», вокальный ансамбль «Элегия», танцевально-спортивный клуб «Астроданс», детский вокальный ансамбль «Здарьюшка», ансамбль «Созвездие», театральный коллектив «Премьера» и солисты Арина Овудова, Полина Нестерова, Елена Епифанцева и Владимир Рогожин. В концертной программе приняли участие и друзья центра, образцовый хореографический ансамбль «Очаровашки и очарования» и образцовая хореографическая студия «Надежда» и, конечно, всеми любимая певица Жанна Николаева. Итак, 32-й сезон открыт. Добро пожаловать в Центр досуга, мероприятия которого в новом сезоне будут не менее интересными. Валерий Маркович, Герман Беляев, Анастасия Булатова, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.